Перекресток Пионерской и Октябрьской. Сквер Гуртьева. Ремонт еще продолжается. Ну вот, велодорожки готовы. Сегодня 9 июля 2024 года. И я еду на Мезенский пруд. Время утро раннее. Вот что тут делается. Будет лучше, наверное, чем было. Такой вот небольшой легкий обзор сквера Гуртьева по пути. Площадочка кругленькая, тут, наверное, будут лавки стоять. Ну все, еду дальше. Спасибо за просмотр.